Сегодня 1 января 2016 года, и мы находимся на одной из наших ферм, которая занимается пчеловодством. Напомню вам, что у нас самый вкусный мед, у нас мед выращивается в году два раза, собирается два раза. Она находится в середине леса. И наша компания BioAgro занимается этой компанией очень много лет и предоставляет доставку по всему миру. Покупается у нас самый вкусный мед.